Марафон предпраздничных поздравлений продолжили активисты местного отделения движения «Донецкая республика». В преддверии 8 марта волонтеры решили навестить долгожительниц Харциска, для которых общественники подготовили небольшие подарки. В преддверии 8 марта активисты местного отделения общественного движения города Харциска хотели бы поздравить долгожительниц. Их у нас по городу 12 человек. Сегодня ребята пройдутся по адресам и вручат нашим любимым женщинам цветы и открытки.